Дорогие ребята, очень рад был вашему письму. В 1891 году Антон Павлович писал брату из Италии. Рим похож, в общем, на Харьков, а Неаполь грязен. Через 140 лет после Чехова моя голландская правнучка только что побывала с гимназической экскурсией в Риме. По приезде родители ее спрашивают: «Ну что Рим?» Таня, задумываясь: «Похож на Харьков». «И что?» «А волонтеры молодцы. Но почему-то очень много макарон, причем быстро разваривающихся. Люблю вас и все. Ваш Б.